В общем, вернулись мы на остров, и Николь предложила нам посмотреть, что же находится за этим деревом. Бочки с энергией, видимо, что-то готовится. Серьезное предстоит испытание. Понятно, в какую сторону идти. Вот такой квест предстоит. Так, тут еще добавилась возможность открыть слот для Кураны. Где этот скульптор находится, не знаю. Но Курана мне нужна, чтобы кормить феника своего. Огранщик. Угу. При желании можно все это сделать. До скульптора еще не дошли. Есть, только неизвестно откуда. Видимо, торпёр помог. Понятно. Но можно поставить. Не зря кабальт собирали. Сейчас работа закипит. Так, что там еще надо? Но пока так. Пока здесь посмотрим, что можно найти. Кристаллы нам нужны. Очень не хватает сейчас этой специи, как она называется-то. Чтоб яйца готовить. Потом что еще? Паприка, наверное, называется. Грибы. Надо, короче, зачищать весь остров. Главное, чтобы потом не сожалеть об этом.
что в Клондайке бывало, выпадало такие квесты, что надо сколько-то количество камней, например, расчистить. Кстати, вот отсюда, наверное, выпадают всякие черепицы. Но пока я вижу только здесь ресурсы, полезные ископаемые. Это вроде копыча, да? Значит, можно было и не делать. Не проходить этим. Локации можно здесь какой-то маломальский материал для своих лабораторий делать. Чуть не нажимается. Так, 6 кирпичей, так это все будет. Еще что-то там было. Огранчик поставить. В общем, теперь надо только делать и восстанавливать.